Доброго времени суток, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Сегодня пришла мне долгожданная посылка с интернет-магазина «Пехота Бай». Хочу кратко сказать о магазине. Очень понравился магазин, очень понравилось общение с консультантами. Также в магазине «Пехота Бай» вы можете найти различные виды воинского обмундирования разных стран мира. Также обувь, ножи и много всего интересного для рыбалки, охоты и активного отдыха. Вот. Мне сегодня пришла посылочка. Давно ее ждал. Как бы давно не ждал. С магазина прислали ее очень быстро. Просто все думал, где покупать. Выбирал места, позвонил в один магазин, в другой магазин. Вот. Но данный магазин «Пехота Бай» мне очень понравился и общением с консультантами. И оперативностью доставки. Так, ну что, друзья, в этой посылке? В этой посылочке комплект формы «Горка 3». Расцветка палатка называется. И подарочек по акции мне положили вот такой вот отличный шемак. Кто не знает, что такое шемак, это платок. В простонародье его называют арафатка. Вот. Вот такой отличный красно-белого цвета. Отличная вещь, стоит на вооружении многих стран мира, особенно тех, кто воюет или проходит службу в пустыне. Для чего этот платочек, можно узнать в интернете, но кратко скажу, очень хорошо защищает как и от жары, так и от холода. Также защищает от пыли, есть всевозможные методы. Как он одевается, его можно и делать как на лицо, на шею, на голову. В интернете есть эти методы, можете посмотреть. Также в магазине «Пехота Бай» есть видео, как правильно пользоваться шемагом или арафаткой. Вот. Также начнем смотреть комплектик. Комплект заказывал демисезонный. Уже сразу вижу, как сделаны пуговицы. Пуговицы сделаны отлично, канатным методом. Этот метод хорошо, ну, как бы, зарекомендовал себя в использовании в армии Великобритании. Также у меня есть форма Великобритании. Там тоже сделаны так пуговицы, довольно-таки удобно и крепко они держатся. Еще ни одна пуговица за 5 лет не оторвалась. То есть тут я смотрю, сделаны пуговицы правильно. Так, комплект. Комплект у нас демисезонный. Так, вот смотрим. Костюм мужской, горка осенняя. Размер, цвет палатка. Изготовитель Республика Беларусь. Частное предприятие Гризли Текстиль. Вот, как видите, шьют много фирм ее. Но опять же, смотрел в интернет-магазинах по фотографиям. В некоторых магазинах мне не понравилось, что пуговицы были просто пришиты. То есть это уже неправильно. Здесь все-таки мне вот это понравилось. Также, чем отличается демисезонный комплект от комплекта летнего? То, что здесь хорошая флисовая подкладка. Подкладка съемная. Также удобно на молнии сделана. Вот. Зимой, конечно, в ней будет прохладно. Но опять же, если одевать форму, и также термобелье, я думаю, зимой можно использовать этот костюм. На зимних
он сразу как бы флис и в штанах, и в куртке, но уже не съемный. Тут легко снимается. И отлично. Карман на клапанах. Так, также посмотрим. Ага, здесь на липучке регулируется капюшон. Отлично. Отлично. Вот. Так, в комплекте есть подтяжки. Правильно называются помочи. Вот. И теперь переходим к штанам. Штаны. Ну, в принципе, штаны как штаны. Отлично. Отличный крой. Ровные швы. Все сделано хорошо, ровно. Я комплектом доволен. Потом сделаю еще отдельное видео по нему. Покажу его на природе. Как оно сидит на теле. И более подробно расскажу про него. Все, спасибо, уважаемые друзья, за просмотр. Спасибо подписчикам. Спасибо гостям канала. Очень приятно, когда подписываетесь, комментируете видео, смотрите. Может, чем-то мои видео и помогут кому-то. Поэтому спасибо. Кто не подписался, подписывайтесь. Всех благ вам и вашим близким, друзья.